Американцы придумали Майдан. Да не американцы придумали. А вор и жулик Янукович довел народ, и он вышел на улицу. Американцы поддерживали, не спорю. Только сначала вор и жулик, и лжец еще к тому же, народ заставил на улице выйти. А потом уже поддерживали, потому что сначала вот он был. Об этом молчим. Молчим. И несколько месяцев у него была возможность тихо все сделать. И был карнавал вначале, а никакой не Майдан. Песни пели там, «Океан Эльзы», группа «Скрябин», мои друзья. Вот что там было. А потом, когда он отказался уже проводить выборы, довел до людей до ручки, потом еще подключил спецслужбы, и началась стрельба, вот тогда уже полилась кровь. Это правда. И тогда националисты, правильно тут говорят, подключились. Но это было после. И когда нам тут рассказывают сказки, что Майдан — это просто ложь от начала до конца, я задаю вопрос этим всем господам хорошим. Господа, вы раздавали миллиону человек деньги хоть раз? Вы пробовали им раздать? Это какие инкассаторские машины должны приехать к людям, чтобы миллиону вот всем раздать, что они за деньги якобы там были? Что вы врете бесконечно?